привет! В эфире ваш путеводитель в мир отличного настроения. Впереди много выходных, в городе подготовили насыщенную программу. Как лучше всего провести праздники и что непременно стоит посетить, расскажу прямо сейчас. Поехали! В 2020 году впервые в Самарской областной библиотеке состоятся новогодние представления у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими любимыми сказочными персонажами. Для любителей интеллектуального отдыха подготовили экскурсии, кинопоказы, интерактивные игры и викторины. 4, 5 и 8 января с 10 до 6 часов вечера. 9 января в 16:30 состоится показ фильма, отмеченного премией «Оскар» «Незабываемый роман» на английском языке. Также в библиотеке работают выставки периодических изданий книг 19-20 веков, новогодних и рождественских открыток, посвященных традициям встречи Нового года в нашей стране, выставка авторской куклы и джазовые зарисовки. По 8 января с 8 до 10 часов вечера на площади Куйбышева ежедневная зажигательная новогодняя дискотека. Праздничное настроение будет создавать диджей Мороз, а гостей площади ожидают музыкальные треки в сопровождении светового шоу на главной городской елке. Гостями диджея Мороза станут Деды Морозы из регионов России и других стран. С 8 января в областной библиотеке открывается книжная выставка, на которой будет художественная литература о празднике Рождества. Кроме того, на выставке будут представлены книги об истории этого праздника. На этом все. Проведите выходные ярко и насыщенно. Всего вам доброго. До встречи!